гибнут животные, да. Когда человек лазит вот в эти природные процессы, я считаю, это очень плохо. Я думаю, что человечество откажет от содержания животных в неволе, от такого потребительского отношения вообще к природе. Или можем уничтожить все и только после этого понять, что как бы деньги есть нельзя, да? В этом году, допустим, выбросился гренландский кит. Мы приехали и увидели, что этот кит был запутан в сетях, и ему хвост отсекло просто. Он погиб от того, что именно запутался в веревке. Мои друзья, могли они прийти формально посмотреть, ну, что мы тут можем сделать. Но когда они вступили в контакт с этими животными, держали их в руках, можно сказать, сутки, они просто не могли уже как-то уйти оттуда. Удивительно, очень много людей отреагировали на это событие, и мы увидели очень много сахалинцев, которые не безразличны к этой проблеме, к вопросу помощи, сохранения морским животным.